Так, кушать нечего. Блять, опять гуф, ну ё-моё. Я не понимаю, почему это происходит-то? Это звук где-то отходит и все. Какая хрень, ребят? Короче, сейчас у вас поднимется все. Я извиняюсь за это все дело. Сейчас я быстро скушаю тут сухарик и вернусь. Так, ребят, я здесь. Ну, ждем мы продолжения. Стрэндж в игре. Рева в игре пока. К сожалению. Или к счастью. 17 минут уже Рева там бьется, кстати. Ждем, пока кто-то доиграет, и будем смотреть. В общем-то, блин, упал еще стрим, короче, я теперь не знаю, как запись выкладывать даже. Не люблю я вот это вот. Походу, что-то где-то отходит, как бы, и падает в итоге. Хотя, как это связано с программой, не знаю. Ну, вот как-то связано, что-то опс лагает обычный. Не знаю, чему. Подождите секундочку, ребят.
Так, все, доел сухарцы. Ждем продолжения. Пацаны, что-то, блин, народ весь ушел после падения. Короче, печаль, блин, полная какая-то. Каз проиграл. Короче, что-то прямо разыгрались. Стрэндж играет, Рева играет. Посмотреть даже нечего пока. Может, кто-то их стримит? Давайте проверим. Так, Варти у нас стримит. Стрэндж вышел. Проиграл или выиграл, интересно. Опа, револьвер играет с Immortal Pastом. Так, ну тут какая-то армада прям упрутся. Грейды, правда, слабенькие. Но смотрите, грейды как быстро усиливаются. Револьвер где-то там зажат. Оказывается. Блин, опять твича не видел я. А где? Где браток? Где браток, я не знаю. Так, здесь на лом пошел. Хайф укуснул, там еще что-то убил. Револьверу Immortal Past и все. Рева восстанавливает хайф. Я знаю, что Рева тянет здесь на самом деле, потому что он, ну... Ему убили все базы, тут, то есть висеть он армию-то восстановить не сможет потом. Тем более у него один грейд всего на атаку, посмотрите, на воздух. То есть и грейды не делаются вообще. Так, ну что, бой тут намечается, что ли? Ну, карапторов, конечно, у Рева очень много прям. Блин, и, кстати, у Протоса Микс против карапторов, мягко говоря, слабый. У него грелок вообще нет. То есть, вот это может привести сейчас к поражению, на самом деле. Так, а что его боится-то? Ему уже тут крошат, он что-то все боится драться. Пошли штормы, карапторы все в стейке. Архоны вперед идут, все под штормами. Рева до бесконечности улетает. По брудам штормов сколько прилетело. Ё-мо, бруды падают. Три осталось. База падает. Караптеры в стейке в жестком. Сейчас надо сплетануться. Сплит посредственный какой-то. Ну как посредственный? Заранее лучше сплититься, чтобы сплэша меньше влетало. Ну по земле нет чего-то, что могло пархонов законтрить. То есть смотрите, даже в таком раскладе воздух Рева почти... Ну он мог бы убить воздух этот. Ну а толку? По земле-то там жесткий микс. Вот и решился вопрос в итоге, кого же стримить дальше. Почему? Потому что, ну, понятно, что теперь надо стримить Стрэнджа, он один из немногих, кто сейчас остался вообще. Энигма с Immortal Pastом, он будет биться, кстати, в итоге. Победитель со Снутом.
Так, ну Стрэндж пока не спешит начинать. Оп, все, Стрэндж готов, поперли. Стрэндж ТЛО, интересное сейчас будет у нас ПВЗ. Это БО-3 уже 1/4 финала получается. Ну что ж, замечательно, смотрим. Так, что-то там случилось. Не тот хост, наверное, не та карта, наверное, я не знаю, в чем дело там. Так, прыгаю в игру. А, Варди создал. Отлично. Здороваемся с Варди. Так, все, готов, Стрэндж. Готовы все. Так, Алексей Соляков, это кого ты видишь на экране, протос данный, да?